Хорошего воскресного вечера, добрый день, добрый вечер, здравствуйте, друзья, кому как, смотря кто в каком городе смотрит матчи лучшей лиги мира. Команда, которая имеет в своем активе двух главных бомбардиров лиги, но не только они, конечно, Панченко, Луценко, Артер и там промолчал, а так Арсенала, быстрый футбол достаточно мы с вами наблюдаем. Панченко направо, мяч штрафной, подача на дальнюю штангу, забивать надо, 1-0 в пользу Арсенала. И забивает головой Арутюн Григорян. Кто бы мог подумать, самый, наверное, низкорослый футболист, самый маленький. Футбол без центра поля мы сейчас с вами наблюдаем. Гаглоев от Шумских уходит, прострел низа, удар поворотом, Левашов! Левашов что делает? Левашов! Ну ты посмотри, что сотворил Михаил Левашов. Еще удар издали. Левашов или что? Ну, здесь четвертый сейф от Михаила. Или там все-таки мяч мимо прошел. Насыров, подача. Ух, какая подача! 2-0. Мог быть здесь счет. Еще один момент у Луценко. И перебрался, соответственно, сюда. Луценко, у него момент. Луценко! Без комментариев. No comments, друзья. Толикин. С левой ноги Толикин. Перекладина! Ничего себе пробил сейчас. Бабаев, подача, Гагловый мяч доходит здесь, это падение и это пенальти. Это пенальти. Перекладина, нельзя добивать Гаглоеву. Что сотворил сейчас Александр Гаглоев? Однолетний защитник. Еще момент, и Левашов. Это все. Арбитр даже, похоже, не добавляет ничего. Странное, на самом деле, решение. Там очень долго лежал Панченко.